Совсем другое дело. Так теперь говорят пациенты, которые волею судеб оказались в травматологическом пункте 7-й городской больницы. Здесь и в городском урологическом центре, который находится в этом же здании, сделали капитальный ремонт. Стоимость работ составила 44 миллиона рублей. Поменяли межэтажные перекрытия, кровлю, систему водоснабжения. Выполнили косметический ремонт кабинетов и других помещений. Закуплен новый диагностический рентгеновский аппарат. Он полностью цифровой, на 2 рабочих места. Полностью оснащены 2 операционные и в травматологическом пункте, и в городском урологическом центре. УЗИ-аппарат также новый. Станислав Воскресенский признался, что в травмпункте в качестве пациента не был с 1999 года. И тот, куда обращался будущий губернатор Ивановской области, был куда хуже этого. Да, давайте особо так не радоваться, потому что у нас очень много объектов в тяжелом состоянии. Вы знаете, недавно было принято решение Владимиром Владимировичем Путиным, что будут серьезные средства, практически ну, совсем серьезные, на 5 лет выделено на приведение в порядок первичной медицинской помощи. Вот мы поздно вечером в пятницу финализировали с коллегами наш план действий, который внесли в правительство России. Вот сейчас он должен пройти экспертизу с тем, чтобы мы понимали план, график вообще ремонта нашего первичного звена. Но пока это все утверждается в правительстве, жизнь она не должна останавливаться, поэтому мы потихонечку, как вы видите, ремонтируем наши объекты здравоохранения. Станислав Воскресенский пообщался с пациентами. Валентина Петровна новыми интерьерами довольна. Побольше вот таких бы вот этих вот ответственных вот таких нам начальников, которые бы вот именно меня. А я вообще обалдела, что меня будут спрашивать. Я никогда в жизни в этом не участвовала. И вдруг мне очень приятно. Сижу как королевна, королевишна. Хорошо, пальчики точно мне вылечат. Стоит отметить, что в Иванове всего 2 травмпункта – в госпитале и здесь на базе 7-й больницы. В какой обратиться в случае ЧП, пациент вправе выбирать сам. К слову, в этом пропускная способность 210 человек в сутки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.